Всем здравствуйте! Вот здесь у меня растет сорт ремонтантной малины, сорт Джон Джей. И сегодня я здесь хочу навести порядок. Что хочу сделать? Первое, я хочу удалить побеги, которые нужно удалить. И хочу завести побеги за шпалеру. Вот здесь у меня натянута проволока. И вот, например, это вот побег, эта малина выходит за проволоку. То есть ее нужно завести обратно за проволоку. Потому что малина крупная, вот вам покажу, вот первые ягодки. Если не подвязывать эту малину ремонтантную сорт Джон Джей, она просто будет у вас падать, клониться на землю, и ягоды будут подгнивать. Поэтому сейчас основное обрезка. Что нужно обрезать? Вот я смотрю, например, здесь растет куст. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Высокие кусты. А есть слабые побеги. Вот, например, вот этот. Вот он докуда дорос. Он здесь, видно, маленький. Его нужно удалить. Делаю это при помощи секатора. Ну, вот, например, вот так. Удалять нужно вровень с землей. Так, одной рукой неудобно. Неудобно. Но я постараюсь. Все. Так. Вырезал. Такой побег удаляется. Плюс нужно смотреть, сколько всего побегов. Вот этот побег выходит за ряд, но я его оставлю, потому что меня осенью просят иногда такую малину, я выкапываю и продаю или дарю. А вот этот вот вообще маленький, поэтому я его буду удалять. Еще раз показываю вблизи, как это все работает. Ну, первое, удаляем чуть-чуть, есть, может быть, сорняки, потому что сейчас у нас очень малинная погода, дожди, тепло. И дальше вот смотрю, этот побег маленький, он мне не нужен, потому что он низко закрыт остальными побегами, и он не даст нужного урожая. Удаляю сорняки, удаляю. Вот эта малина очень низкая, тоненькая веточка, удаляю, сорняки попутно удаляю. Так, здесь все хорошо, все можно оставить. В принципе, вот и все. Еще есть один момент. Нужно, чтобы внизу, вот здесь, в этой зоне, где-то сантиметров 30, был доступ воздуха, чтобы не образовывались никакие грибковые заболевания. Поэтому, если у вас растет здесь листва, листву нужно удалять. Листва удаляется у малины очень просто. Сначала вниз, а потом вверх. Вниз обламывается, вниз вверх. Все, обломали. То есть здесь нужно, чтобы свободно гулял воздух. Ну и плюс, конечно же, сорняки. Или вот у меня малина вообще маленькая выросла. Вот такая крошка. С нее толку никакого. Ну, в принципе, как бы и все. Все здесь заметно освежилось, стало светлее. Все нормально. И теперь я буду делать так весь ряд.
Вот так выглядел ряд до обрезки. А вот так он выглядит после того, как я прорядил и обрезал малину. Но опять же, вот это, по идее, нужно удалять. Но так как мне эти побеги нужны на осень, то я их оставил. А в идеале все должно выглядеть вот так. Снизу все чисто. И вся малина за шпалерой. Вот это идеально.